день, дорогие горловчане. Я директор парка имени Горького и Богаткин Владимир Николаевич. В этот замечательный день, хорошая погода, отдел культуры города Горловки совместно с парком организовали мероприятие по поводу закрытия сезона. Но это не означает, что сезон закрылся. Будет хорошая погода, мы будем работать. Значит, в нашем парке сегодня выступают такие коллективы, как ДК Чернышевского, это Пантелеймоновка, Театр Юность города Горловки, Бермуды, программами, посвященными этому. Дорогие горловчане, я приглашаю вас в парк. Приходите, у нас великолепный парк. Есть аттракционы, можете отдохнуть, покатать детей. Мы всегда будем рады вам. Я девочка, ты девочка.